Волонтеры и работники коммунальных служб грузят собранные ветки и мусор в спецтехнику. В парке Ореховая роща пострадало много деревьев. Работают специалисты предприятия «Ремстрой», спиливают сломанные ветки. После их стараний прогулки в парке опять безопасны и приятны. За 2 дня активной работы горожан парк практически очищен от бурелома и мусора. Второй день наводим, устраняем последствия ураганного ветра нашего. Наводим порядок, распиливаем деревья поваленные, ветки убираем, всю территорию чистим, навести же здесь порядок. Студенты Анапского сельхозтехникума берут пример бескорыстного энтузиазма со своего классного руководителя. Владислав Иванов успевает все – и листья собрать, и мешки погрузить, и подопечных проконтролировать. Дети молодцы. Все добросовестно отнеслись к выполнению своей работы. И близлежащую территорию очистили от мусора, упавших веток и прочего, что осталось после недавнего урагана. Жильцы домов по улице Протапова вышли на уборку придомовой территории. Убрать листву и сломанные ветки для них нетрудно, чтобы увидеть Анапу такой, как привыкли, чистой и аккуратной. Я считаю, что после такого урагана, после такого ветра, после такого, катаклизма, который обрушил наш город, не только администрация должна принять посильное, участие и предпринять все меры для того, чтобы город наш был по-прежнему чистым, по-прежнему радовал глаз. Но и все жители должны, кто может, кто имеет возможность, должны принять посильное участие в уборке города, тем более, что около каждого дома нетрудно собрать листья, мелкие ветки. К общегородскому субботнику присоединились и гости города. Роберт Басев приехал в Анапу отдохнуть. После штормового ветра хозяева дома, в котором он гостит, вышли на уборку двора. Роберт решил помочь. Я приехал с Северной Осетии, город Беслан. Я хочу, чтобы этот город был так же чистый, как и наш Беслан. И вот помогаю, убираю здесь. Погода в Анапе установилась теплая и солнечная. Впереди выходные. Анапчан призывают выйти на субботник и убрать придомовые территории. Обращение к хозяевам коммерческих объектов и предприятий. Также навести порядок на прилегающей территории, чтобы начало новой недели город-курорт встретил привычно чистым и красивым.